нас сегодня уже есть в рамках нашей БМРской сети. На сегодняшний день поставлено 1200 базовых станций в Москве. Работа не останавливается. Я бы хотел цифру с вами чуть обсудить, потому что на самом деле я персонально прибежали цифры, потому что нам удалось 1200 базовых станций поставить, по сути, за 2,5 месяца. Мне неизвестно компании или проектов, когда с такой скоростью построятся базовые станции. Сегодня я могу сказать, что последние недели показывали, что мы за неделю устанавливали 200-250 базовых станций. Мы сейчас вышли на эти темпы и постараемся, собственно, конечно же, увеличить количество базовых станций для того, чтобы сделать услугу очень-очень качественно. Условия подключения. Вы знаете, что у нас нет тарифов, у нас есть система управления скоростями и динамикой, когда каждый из наших клиентов может в любом момент времени выбрать для себя подходящее соотношение стоимости и скорости и менять в зависимости от потребностей. То есть, например, если наш клиент пользуется только, например, почтой, то можно поставить минимальную скорость. В момент, когда он захотел посмотреть фильм, достаточно передвинуть регулятор скорости на более высокие показатели и самостоятельно очень-очень комфортно. Для сравнения, то есть, в чем еще принципиальное отличие запуска новой сети для наших клиентов, в том, что мы за те же деньги имеем возможность увеличить существенную скорость. Как пример, если ранее за 900 рублей в месяц в сети BiMax мы давали скорость 2,1 мегабит в секунду, теперь в сети это будет 5 мегабит. У нас сейчас доступно три устройства, они все здесь есть, то есть там модель Йота. Они LTE-only модем, то есть они поддерживают тут только сеть 4G, мобильный роутер и интернет-центр, вот здесь стоит, который позволяет малым офисам и домашним подключать устройства по Wi-Fi, по Ethernet и даже подключать обычные телефоны, обычные телефоны.